Горохова, как обычно, завернула во двор к родителям. Увидеть огромные колеи она не ожидала. Автомобиль застрял уже в первый из них, сразу за поворотом. Девушке повезло, на помощь быстро пришли соседи. Вы сами видите, какая здесь прекрасная колея. И как я сюда завернула, может быть, хотя бы знак был бы прилично поставить здесь, что здесь такая колея, и что здесь просто машину можно разбомбить целиком. Просто вот целиком, я думаю, что можно будет потом мне вот эту нижнюю часть бампера снять и выкинуть на помойку, пожалуй. Местные жители рассказывают, что Юля стала уже как минимум седьмой жертвой этой дороги. Машины застревают здесь регулярно. Кто-то пытается дворами проскочить пробку, другие не могут попасть домой. Начались проблемы еще на прошлой неделе. Около домов номер 8 и 10 на улице Тимакова прорвало трубы с холодной водой. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – это 100%. Отсюда лилась и вошь, аж туда все вон пробило даже. А я еще думаю, ну почему никто, как же коммунальные службы на это смотрят? Такая утечка воды. Везде экономия, а тут здесь все течет, и никому ничего не надо. Работы начались только в понедельник. За это время ручей успел сделать в неочищенной от снега дороге огромные колеи. Преодолевать их трудно не только автомобилистам, но и прохожим. С коляской не пройдешь нигде. Завтра идти в больницу я, наверное, не пройду. Придется круги вот так вот оббегать. Это ужас. Никто ничего не делает, никому ничего не надо. В понедельник сотрудникам водоканала удалось остановить течь. Теперь на место выехала бригада, которая устранит последствия прорыва воды. Устранят то, что было залито именно от порыва водопровода. А уж остальное, то, что там снега много, это пусть устраняет управляющая компания. Сроки работ пока непонятны, однако в ближайшее время двор обещали привести в порядок. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».